Вітаю, мене звати Юрій Лаврін, це Львів Медіа. Ми продовжуємо інтерв'ю з людьми, які боронять нашу землю в українсько-російській війні. Зараз на зв'язку білоруський воїн полку імені Кастуся Каліновського Марк, прямо з-під Бахмута. Марк, добрий день, вітаю вас. Доброго дня. Якщо можна, якщо не секрет, перед усім, де зараз перебуваєте? Ну, на данный момент находимся на базе, где у нас проходит ремонт, у нас как бы небольшая ротация. Несколько дней назад вернулись из Бахмута. Яка там ситуация? Ну, на сегодняшний день, по сегодняшней оперативной обстановке, ситуация очень тяжелая. Обходят с севера и с юга. Вот, сменили тактику. Тактика малых групп сейчас уже не работает. Сейчас артиллерия и танки стараются максимально вообще уничтожить любое укрытие, где могут находиться наши бойцы, и поэтому просто-напросто все сметают и таким образом наступают. То есть, как раньше они маленькими группами пытались там по 8, по 10, по 12 человек занимать, да, уже не работает. Сейчас ситуация хуже, как бы, ситуация сложнее гораздо. Чи вдається відбивати оці напади? Да, пока что да, держимся, но вопрос в том, что как бы Бахмут держится за счет того, что рельефы и высоты позволяют это делать, да, очень эффективно работать минометами, потому что есть возможность посылать, ну, нормально стрелять. Что касается вот этих пригородов, да, севера и юга Бахмута, а они сейчас обходят город с этих сторон, как бы, да, и берут его в так называемые малые клещи. Вот, и отрезают потихонечку, делают возможность логистической доставки припасов, оружия, ну, все меньше и меньше дорог есть к Бахмуту сейчас. За минулий тиждень вдалося рекордну кількість ворога ліквідувати, це 6,5 тисяч окупантів. Чи це відчувалось на напрямку, що вони просто пачками мруть? Они до этого, я думаю, что просто это ситуация с тем, что есть подтвержденные, да, когда есть фотографии с дрона, потому что учет происходит так, есть фотографии, допустим, с дрона, есть еще какие-то возможности это как-то запротоколировать, да, и тогда это и есть подтвержденные, как бы. На самом деле под Бахмутом, наверное, одно из самых больших вообще русских кладбищ, скажем это так. Проти кого воюєте? Ви казали про те, що ворог змінив тактику, але чи тактику до особового складу було змінено ворогом? Я думаю, що ситуація така, що проблеми зараз з личним составом. В Росії, да, відчувається? Безусловно, да, потому что те мобилизованные, которые они успевают, допустим, отвезти на полигоны Беларуси, обучить, потом отправить по тот же Бахмут, да, или, к примеру, вагнеров, которых там под Бахмутом практически всех переработали, да, их уже немного осталось, как бы. Они просто не успевают пополнять свои людские запасы. Потому что у них к людям отношение, там, я не знаю, хуже, чем к скотине какой-нибудь. Марк, я хотів би розпитати вас про полк імені Кастуся Каліновського, конкретно про вас, те, що можна, ви, звичайно, якщо згодні, дайте відповідь, якщо ні, я прекрасно все розумію. Скільки приблизно зараз бійців полку імені Кастуся Каліновського на Бахмутському напрямку? Я не прошу про точні числа. Практически на даний момент на цьому направлении знаходиться практически весь полк, это два батальона, без службы БПЛА, по-моему, вот так вот. У нас есть еще отдельная служба, вернее, не служба, а отдельный подраздел БПЛА, они работают на другом направлении сейчас.
Яку конкретно роботу виконує полк? Раніше я так розумів, що це такі штурмові групи були, які проводили контрнаступальні дії, розвідувальні. Да, к сожалению, на данный момент сейчас наши штурмовые группы лечатся, у нас очень много раненых, поэтому мы сейчас в штурмовых операциях, мы только поддержку тяжелым минометным огнем берем на себя, тяжелым вооружением, скажем так, да, потом поддержка тяжелыми пулеметами, наши медики работают, потом... Опять-таки наши БПЛА работают, вот, связисты работают, и группы ПТРК охотятся на российские танки. А вы конкретно какую работу выполняете? Минометы. Вы минометник, так? Так. Як взагалі відбувається взаємодія з іншими військовими частинами, з Нацгвардією, зокрема, також? Чи є якісь конфлікти, чи непорозумінь немає у вас? Безусловно, ми працюємо, і у нас прекрасні отношения. Очень, когда мы приезжаем знакомиться с людьми, ну, обычно так немножко настороженно встречают, вот, но когда мы предъявляем все, что необходимо, да, люди нам всегда помогают, подсказывают, происходит какой-то обмен опытом, обмен информацией, поэтому когда бойцы полка работают на каком-нибудь из направлений, то со смежниками, да, всегда очень хорошие дружеские отношения. Марк, ви білорус. Що стало такою точкою, що ви все-таки вирішили воювати в Україні за Україну проти окупанта? Ну, смотрите, я, ну, наверное, для меня не было даже другого решения. Я просто когда увидел это в феврале, да, я первые там 3 дня просто не спал и просто беспрерывно смотрел новости. И на 3-й день уже мое решение ехать сюда, оно было такое как готовое. То я уже начал подготовку и уехал. Я с марта месяца войны. Если не секрет, где вы дивилися новини? Чи ви перебували в Білорусі, чи ви були, умовно кажу, в самій Білорусі? Щодо ситуації в Білорусі, чи ви брали участь у цих протестів, які свого часу здавалось, що так вони дотиснуть режим Лукашенка, але не вдалося? Да, участвував, но при этом я до сих пор придерживаюсь той позиции, что с бандитами, с преступниками невозможно разговаривать языком демократическим, да. Я считаю, что с этими людьми, а это Лукашенко и его вот это кодло, да, с ними можно разговаривать только когда у тебя полный магазин патронов. На вас справы в країні заводили в Білорусі? В 20-м нет, сейчас, безусловно, я считаю террористом. Як ви потрапили саме до полку, як ви проходили цей шлях, ви як кордон минали банально? Смотрите, у полка есть рекрутинговые центры, куда вы подаете заявку, где эта заявка обрабатывается. Вы проводите первичную проверку, потом вторичную проверку, и потом вы приезжаете в один из центров. Этот центр может быть в Варшаве, может быть в Грузии, да, куда вам удобнее. Вот, и оттуда уже, когда вас верифицировали, и оттуда вы уже направляетесь со всеми бумагами, то есть официально въезжаете в Украину и поступаете на службу в иностранный легион, как это вот сделали. Ви в цивільному житті хто, якщо не секрет, знову ж таки? Автослесар. І раніше зі зброєю, по суті, справи не мали? 22 роки назад я служив в армії. Важко було згадати, ну, ці речі 22-річної давнини. І взагалі, чи вони актуальні? А то, что мы учили в армии, это вообще не актуально, ну и на сегодняшний день я вижу, что это совершенно неправильно, и вообще вся специфика, она кардинально изменилась уже, и поэтому то обучение, которое я проходил здесь, да, это, ну, у нас на тот момент в марте, да, было не очень много, как это сказать, ну...
учебной роты, да, вот uh-huh. правильно и так будет сказать. Это было не очень много, потому что было очень много всяких разных задач, и в принципе, ну там понадобился хороший водитель, мы получили новенький казак, брали автомобиль такой, да, и я сказал, я могу, я езжу на всем чем угодно. Вот, и началась как бы так моя служба. И постепенно я переквалифицировался в миномет, и потом занимался еще разными моментами. Но то, чему учат здесь, допустим, на сегодняшний день у полка, да, материально-техническая база такова, что у нас очень хорошее первичное обучение рекрутов. У нас рекруты проходят несколько этапов, как бы, да, и я искренне, я знаю, как это делается, да, и я искренне завидую. В то время, когда мы пришли, у нас такого не было. Якщо ви би могли порівняти українського солдата, білоруського, який воює за Україну, і росіянина, чим відрізняються вони? Я можу сказати, що... Ну, я сейчас скажу так, мы, да, а я говорю, мы это белорусы, ну, настоящие белорусы, которые воюют uh-huh. за Украину, да, и украинские, это люди, которые живут идеей, да, у нас очень сильная мотивация. Русские, это, наверное, на мой взгляд, это какие-то такие, ну, пришел украсть унитаз и умер. Вот как можно описать русского солдата. Ну, та легенда, которую мы наслышаны с детства, там, о том, как русские солдаты... Я сейчас вижу потому какое отношение у них к людям, да, я понимаю, что было во Вторую мировую войну, мне не надо даже проводить никакие параллели, я просто это вижу, да, этот ужас вообще. Как люди, когда людей за людей не считают. И вот это для меня является одним из таких моментов и факторов, что я вообще в ту сторону, в сторону России я не хочу смотреть. Для меня они враги, как бы. Я не хочу, чтобы Беларусь ничего имела с ними общего. Я хочу 30-метровую бетонную стену от них, да, и желательно там еще бетоном залить, конечно. Вот, потому что, ну, это Россия, это... рассадник всего, наверное, самого плохого, да, всех этих взяточества, коррупции, да, вот, ну, такого обесценивания человеческой жизни. Вот я хочу, чтобы Беларусь смотрела в другую сторону, в сторону Польши, в сторону Украины, ну, потому что наше место все-таки в европейской семье, а не в этом монголо-татарском, и не знаю, там, шалмане в этом, понимаете? Ну, не хочется вообще. Я понимаю, против чего мы воюем. Ну, потому что это не война Украины и России, да? Это война демократии и тоталитаризма. За цей рік війни практично на яких напрямках ви працювали з побратимами із полку? Так, ну, Николаївське направлення, Александровка, потім... Северодонецк, Лисичанск, ага. Запорожское направление и сейчас Бахмут. Бахмут – это найважча точка за цей рік війни для вас особисто? Вы знаете, Бахмут, я не знаю, сколько еще продлится Бахмут, да? Uh-huh. Но на данном этапе мы его сравниваем с Северодонецком. Uh-huh. Лукашенко вимагає від країн ОДКБ, аби вони визначились, з ким бути, з ким воювати, так і інше. Чи це означає, що, в принципі, білоруська армія, білоруські війська таки вступлять у цю війну? Мое мнение, смотрите, какая ситуация. Лукашенко, ну, как бы Лукашенко держится на трех столпах, да? Это армия, милиция и КГБ. Uh-huh. Вот. Если сейчас он один из этих столпов отправит на войну, он же прекрасно, ну, понимаете как? И плюс второй момент еще очень важный, да? Лукашенко с самого начала не вписался в эту войну. Он сейчас уже видит и понимает, что Путин это аутсайдер. Это проигравшая сторона. Путин не выиграет эту войну. Потому что когда против тебя собрался и воюет, не воюет, а объединился весь мир, да,
вот тебе невозможно выиграть эту войну. Он, конечно, мерзкий, да, и гадкий человек, но он не дурак. Вот. И он понимает, что сейчас, если он пошлет свою армию, белорусская армия не такая уж и большая, да, она просто-напросто умрет здесь вот в украинских полях. И он останется еще с меньшим числом людей, которые его поддерживают. Он не станет этого делать. Он будет давать боеприпасы, он будет давать свои полигоны, он будет отдавать свою старую технику, но он не отдаст людей, которые на сегодняшний день поддержат его власть. А здесь будет либо полное уничтожение, либо массовая сдача в плен. Вот, ну, третьего не дано. Хай буде, гіпотетично моделюємо ситуацію про останнє, що ви сказали. Навпроти вас білорус, так, який воює за Росію, який воює за Лукашенко. Це не обсуждається, це враг. Ми з удовольствием встретимо їх тут. Потому что чем больше мы их здесь утилизируем, да, тем меньше нам придется их утилизировать потом там. Угу. Зараз багато говорить про те, що Росія знову почне ескалацію, новий виток війни за приблизно там до річниці повномасштабного вторгнення. Як на мене, воно приблизно вже насправді і відбувається, що свідчить Бахмут. Тим не менше, чи можливий наступ з Білорусі, про який дуже багато говорили раніше. Слишком, смотрите, количество техники і войск там, ну, на сьогоднішній день, по тим даним є, які у мене, да, ну, пускай там до 500 единиц техники и 200 единиц артиллерии и около 10 тысяч солдат. Это очень слабо. Mm-hmm. Это нужно для того, чтобы просто-напросто оттягивать определенное количество сил, для того, чтобы они находились постоянно у границ, да, я про украинские силы, да, но при этом как бы для какого-то наступательного кулака это слишком мало. Ну, это же труха, это просто-напросто 2 дня работы, 3 семеркам и все. Хотів також ще про Лукашенка запитати, чи не боїтесь ви, що, умовно кажучи, Росія практично капітулює, Лукашенко перекидується на нових своїх друзів, умовно кажучи, він починає розповідати, що він буде допомагати Україні, він стає відкритішим до Європи? Смотрите, сколько раз уже так было? У Лукашенко уже себе тем, что с территории Беларуси 24 февраля заходили войска, тем, что в первое время оттуда летели ракеты, да, до сих пор при взлете истребителей МиГ-31 в Украине поднимается воздушная тревога. Ну, мне кажется, что этот человек уже подписал себе достаточно приговоров, чтобы быть, недоговороспособным, и, и здесь, в Украине, есть люди, которые своим потом, кровью и жизнями доказали, что такое настоящие белорусы. И мне кажется, что если вы в данной ситуации, скажем так, украинская дипломатия нас предаст, ну, это будет некрасиво. Мы те люди, с которыми нужно разговаривать на сегодняшний день, как с настоящими белорусами. Да? Беларусь сейчас это очень большой концлагерь, где за любое волеизъявление, да, неправильное, за носки неправильного цвета ты можешь поехать в тюрьму. Там, и начинается там, от 15 и выше суток. Да? Вот. И у меня есть история, когда мой знакомый в своем автомагазине отказался, пришли к нему с зетками, он сказал, я не обслуживаю оккупантов. Его сейчас судят, а магазин снесли до основания просто-напросто. Ви тільки що дали дуже влучну характеристику, що є Білорусь під окупацією Лукашенка і частково Путіна, як на мене. Ви би могли дати таку саму, так, оцінку, хто такий Лукашенко, якщо коротко? Для мене лично, да? Так.
Это военный преступник, который путем сговора и насилия захватил власть. Все, и с ним нужно поступить как с военным преступником. И со всей его сворой нужно поступить как с военными преступниками. Все, ну, для меня это вот так. Чи достатньо в Білорусі опозиційно налаштованих до Лукашенка людей, які в потрібний час скажуть своє слово? Я искренне верю в это и надеюсь. Да. Чому так сталося, що Лукашенка не дотисли в 20-му році, якщо не помиляюсь? Потому что у белорусов было такое, ну скажем, не совсем правильная мысль, да, о том, что они могут заставить хунту оставить власть, да, и при помощи цветов и ленточек, да, когда там выходили люди и говорили, там, уходи, когда все понимали, что выборы подделаны, да, сфальсифицированы, как бы. Но я в самом начале программы сказал о том, что с этими людьми можно разговаривать только когда у тебя полный магазин патронов. И я до сих пор и так считаю, и буду считать. Кто может повести за собой белорусов, как оппозиционер, который сейчас есть до Лукашенко? Умовно кажучи, Тихановська Світлана, може? Я считаю, что нам не нужно это. Нам нужно на сегодняшний день, белорусам нужно три вещи. Первое, закончить какие-то внутренние дрязги, да, ради одной цели, освобождения Беларуси. Б, второе, это сплотиться вокруг полка, потому что это люди, которые здесь получают реальный боевой опыт, которые реально умеют воевать, да, и которых научили воевать. Вот эти люди смогут, как бы, да, а другие не смогут, потому что, сидя в Вильнюсе и говоря какие-то обеспокоенности, вы ничем не можете помочь Беларуси. А мы здесь закончим, да, вот этот промежуточный этап. Мы поможем вам, нашим братьям, да, и потом следующий наш этап будет там, освобождение Беларуси. Поэтому объединение вокруг полка, вступление в ряды полка, да, и просто оставьте какие-то споры, там, дележку шкуру неубитого медведя, пока мы не освободим Беларусь. Полк все время говорит о том, что мы хотим создать платформу, да, для того, чтобы провести честные, независимые демократические выборы. Когда в этих выборах могут участвовать все, любые. Мы хотим освободить политических заключенных и провести выборы. И дальше уже будем двигаться. Что ждет на Беларусь после победы Украины над Россией? Конечно, мы пойдем, мы будем заходить. Украина поможет воевать против режима Лукашенко? Я не знаю. Скажем так, в приватных беседах нам железные хлопцы ЗСУ говорят, ну, ребят, вы нам помогаете, и мы вам поможем. Я искренне в это верю. Хотя бы даже если нам не помогут, чтобы нам не мешали. Марк, я дуже дякую вам за розмову. Я переконаний, що українські добровольці точно знайдуться, аби знищити цей режим Лукашенка. Я дякую вам за розмову ще раз. Я дякую за те, що ви бороните нашу країну. Бережіть себе, бережіть побратимів. Ми вас чекаємо. Слава Україні, живі Білорусі! Героям слава! З білоруським бійцем Марком із полку імені Костуся Каліновського ми щойно говорили про Бахмут, де власне полк перебуває, а також про Білорусь майбутнього, про те, як знищити режим Лукашенко і про нашу спільну перемогу. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось!